советской власти вообще была построена без системы дождевой канализации. В первую очередь это касается мятежных массивов. Красный Камень, Коммунар, Крунзенский, Победа, то есть там вообще их никогда не было. Даже если были колодцы, они уходили в никуда. И по прошествии 40 лет после строительства дождевого массива мы начали делать дождевую канализацию, потому что есть реальные проблемы с подтоплением подвалов. И сегодня это один из примеров, это не единственный пример, а один из примеров. Я всегда рассказываю про лужу на Победе в районе 18-го дома, который упал еще когда не было времени. И сейчас мне 47, мы наконец-то лужу удалили на Победе, но выбрали результат.